Одинцовский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Московской области разработал рекомендации для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Противовирусные меры касаются в том числе предпринимательского сообщества. Бизнесменам рекомендована регулярная тщательная дезинфекция помещений и их проветривание. Необходимо следить за здоровьем сотрудников, обеспечивать их всеми средствами индивидуальной защиты и проводить ежедневную термометрию. Кроме того, в местах приема клиентов должны быть средства гигиены и санитайзеры.